Хотя Коул Янг вызывает разногласия среди фанатов, сценаристы Mortal Kombat не должны отказываться от истории нового протагониста в сиквеле. Сценарист Mortal Kombat 2 Джереми Слейтер пообещал, что они прислушиваются к отзывам фанатов об оригинальном фильме, в частности, о главном герое фильма. Однако фильм не может отказаться от истории героя. Коул Янг, главный герой перезагрузки серии фильмов Mortal Kombat 2021 года, который вызвал немало разногласий среди поклонников серии. Коул Янг — это новый и оригинальный персонаж серии, героическая человеческая фигура среди паранормального состава классических бойцов Mortal Kombat. Некоторые назвали этого персонажа скучным и ненужным, не обладающим особой индивидуальностью. Творческая группа серьезно отнеслась к отзывам на фильм. Можно было бы ожидать, что Коул Янг отойдет на второй план, но сценаристы не должны этого допустить. Коул Янг вернется в Mortal Kombat 2 вместе с чемпионами Земного Царства. Хотя пока мало что известно о том, будет ли он в центре внимания сиквела. Отчасти проблема с Коул Янгом заключается в том, что он очень похож на Джонни Кейджа, который является не только бойцом боевых искусств, но и голливудским актером. Кейдж всегда был обаятельным и харизматичным персонажем, чье непочтительное молчание контрастировало с самоуверенностью его товарищей по Mortal Kombat. Хотя спин-офф смертельной битвы Джонни Кейджа имеет большой потенциал, Коул Янг в конечном итоге не Джонни Кейдж. Напротив, стоический характер Коул Янга как типичного хорошего парня привел к тому, что многие фанаты считают его скучным. Творческая команда Mortal Kombat 2 пообещала прислушаться к отзывам о первом фильме, поклявшись сделать продолжение, которое превзойдет оригинал во всех отношениях. Однако, несмотря на разногласия, отказ от Коул Янга как главного героя, радикальное изменение его характера или даже превращение его в подобие Джонни Кейджа, было бы жестоким не только для персонажа, но и для актера. Имея оригинального персонажа, сценаристы могут направить Коул Янга в интересное русло, которого серия еще не видела. После того, как и история его происхождения будет раскрыта, Mortal Kombat 2 сможет исследовать связь Коул Янга и Скорпиона. Коул Янг может даже пройти обучение у Скорпиона, что позволит им развивать отношения, совершенствовать свои боевые навыки и бороться со своей идентичностью потомка неживого воина-ниндзя, который всегда оставался антигероической фигурой. Развивая эту сюжетную линию, сценаристы смогли сохранить Коул Янга героем, одновременно исследуя историю Mortal Kombat и давая ему интересную мотивацию предков. Стремление Mortal Kombat 2 прислушиваться к отзывам фанатов заслуживает похвалы и может сделать сиквел более соответствующим игре. Такие улучшения, как обещанное включение Fatality Скорпиона и более глубокое изучение характера Sonya Blade, являются столь необходимыми изменениями. Однако радикальное изменение нового протагониста подрывает его развитие в первом фильме и игнорирует достижения Льюиса Тана в роли Коул Янга.